Скажите, а можно я, ну, у меня сегодня второй же день работы, а можно я выйду в пятницу отдохну, а в субботу, воскресенье поработаю и в понедельник еще? Ну, дополнительно. Просто в субботу, воскресенье я не хочу с мамой дома быть. Она орет на меня. Почему? Ну, просто истеричная женщина. Нервная. Просто, ну, типа там бюрократия не получится. А. Ну, зимой это вообще сложно там будет, когда снег. У меня сейчас последняя, ну, вторая смена. Завтра пятница, получается, я отдыхаю и в субботу, и в воскресенье выхожу. Ну ладно, раз бюрократия, то не получится. Ну, а вы так смотрели там, как там... Да. Я его в воскресенье поработал, чтобы не быть дома. Так он же, у него отпуск вроде говорили. Ну, нормально буду работать, просто как обычно. Да нет, просто, ну, надоел я ей уже сколько мне лет, а я живу с мамой. Ну и просто раньше она на меня в детстве всегда орала. Ну, на работе устает. Да ладно, я вот этой прикрываюсь. Это так, фигня. Я могу одеть? Просто жарко будет в куртке в той. Ну я там это вот убрал вроде здесь. Осталось только последний вот этот сектор, где баки до ворот. Да. Да там просто вот этот вот мусор, он там, где трава, его хрен знает, там по одной мусорнике надо вот так вот таскивать. Грабли. Грабли? Да, вместе с травой, она вместе с травой. А. Ну попробую граблями. Там еще, где ну, как вход в ворота, за которыми баки, там какая-то мебель или еще какие-то доски, там их тоже надо выкидывать. Там внутри мусор лежит в них, его выкину. Коробки, разделы сложу в этот, в индюшку. Да. Ну, ладно. Я пошел работать. Опять да. А.